Ну вот еще, кстати, дело в том, что это, мне кажется, важная очень вещь. У нас был вот такой вот холл в подъезде. Мы на самом деле ничего не планировали, но как-то уныло жить вот в такой штуке, и мы его покрасили. И я даже прилепил вот такую цифру, купил в Леруа Мерлине, железную цифру, третий этаж. Понятно, да, мы стены не выравнивали, просто покрасили в нестрашные цвета. Я думал, что ну, краска останется, а цифру оторвут. Она висит 4 года. И мы живем 4 года в более-менее нормальном, ну, не противном, по крайней мере. Ну, знаете, вот так вот все-таки не так приятно, да, находиться. Это недорого стоит, и все симпатичнее.